Лоза может быть кружевной. В этом можно убедиться, посетив выставку плетеных изделий одного из лучших лозоплетельщиков России Валерия Козлова. Экспозиция открылась в зале областного координационно-методического центра культуры и творчества. Вернисаж приурочен к 75-летию со дня рождения мастера. Он ушел из жизни 16 лет назад, но оставил после себя большое количество интересных изделий и бесценную книгу, где без утайки рассказал обо всех секретах мастерства. Лозоплетению Валерий Козлов учился самостоятельно, изучал литературу и много практиковал. Достигнуть такого совершенства под силу далеко не каждому мастеру. Есть в коллекции изделий Валерия Козлова уникальная корзина. Она выполнена из толстых ивовых прутьев, обработанных особым образом. Еще никто не смог сделать что-то подобное. Всего достигал и постигал сам. И за 20 лет, которые он занимался лозоплетением, он стал действительно ведущим лозоплетельщиком нашей страны. Он написал великолепную книгу, которая выдержала уже в Москве 4 издания, которая называется «Плетение из ивового прута» и считается одним из лучших методических пособий по лозоплетению. Он придумал очень много различных приспособлений для этого. Он широко очень раздвинул границы ассортимента.